В минувшую пятницу во Дворце спорта города Видное состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню металлурга. Для жителей города это особый праздник, ведь именно со строительством Московского коксогазового завода вырос и наш город. Жизнь многих видновчан связана с этим предприятием, придя на которое молодыми людьми, взрослея, достигая зрелого возраста, они не покидают стен родного завода. Слово нашему корреспонденту Людмиле Медведевой. Московский коксогазовый завод, гигант промышленной индустрии, на протяжении 45 лет в своих достижениях и победах был первым в металлургической отрасли Советского Союза. Для многих он стал судьбой, начиная от директора до рабочего. Здесь люди трудились, учились, свое родное предприятие превращали в завод-сад. Вот, привозя ветеранов на завод, я всегда их на 9 мая как бы сопровождаю на заводе, всегда привожу на завод и говорю, вот посмотрите, в честь вас высажены яблоневый сад, вот смотрите, аллеи какие. Все, мол, как при вас, но только еще краше и лучше. Первый кокс на заводе был выдан в 1951 году. С тех пор прошло более 60 лет. За это время предприятию, как, впрочем, и всей стране, пришлось много претерпеть. Сегодня «Москокс» занимает достойное место в промышленном комплексе района и Подмосковья. Металлургия развивается, будет развиваться, я надеюсь. Новые технологии появляются. И мне очень приятно, что Московский коксогазовый завод не выпадает из этой обоймы. Несмотря на непростые экономические условия, завод внедряет новые технологии, продолжает модернизацию производства. За моей спиной стоят 9 знамен, 9 символов победы в 9 пятилетках. От всей души желаю вам, как и ветеранам, сегодня работающим на заводе, нести такое же знамя, быть первыми как минимум еще 45 лет. Поздравил заводчан и председатель Совета депутатов Валерий Венцель, отметив, что органы власти готовы оказывать поддержку подмосковным предприятиям, о чем заявил исполняющий обязанности губернатора Московской области Андрей Воробьев. За многолетний добросовестный труд многим были вручены награды. Валентина Юдина, Лидия Разубаева, Владимир Колосок, придя на предприятие молодыми людьми, до сих пор трудятся на любимом заводе. Завод – вся эта жизнь наша, вся молодость и все оставшиеся самые после молодости с 1968 года. 28 лет отработала в коксовом цехе, 23 года работала кабинщицей, кондовщицей, следила за обогревом печей. Завод – это мой второй дом. Да? В 1971 году пришла на завод, было 23 года. 10 лет прожили в общежитии коксогазовом, потом получили жилье. Работаю на заводе в железнодорожном цехе грузоприем с датчиком. «Я горд и счастлив, что мы металлурги», – сказал в своем выступлении Владимир Тыцкий, бывший директор, ныне депутат Московской областной думы. «Потому что работает металлургия, работает горнорудная промышленность, работает металлургия, работает машиностроение». Праздничное мероприятие продолжилось замечательным концертом с участием московского мюзик-холла, певца Евгения Кунгурова и других артистов российской эстрады. А вечером в честь людей, занятых в такой важной отрасли, как металлургия, был дан красочный салют. Людмила Медведева, Александр Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.